Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Far Cry Primal. И только что я взял задание на ликвидацию двух руководителей вражеского клана. И это задание выполняю уже где-то час. Офигеть, какое сложное задание. Просто офигеть. Блин, вот уже один час играю. В теории я этот час записывал, полноценно записывал. Но за один час мы ничего не сделали. Так что этот час я выкладывать не буду. Там тупо ничего нету. Мы бы просто пытались это задание выполнить. Ничего не получилось. Я знаю, что сейчас вот сюда подойдет один лучник. Мы с помощью нашего лука его убиваем. Потом при на его смерть прибежит кто-то еще. Вот видите, крик произошел. Крик. Смотрим. Вот сейчас в теории мы должны убить вот конкретно этого. Постараться убить, конечно. Но он может либо туда пойти, либо сюда уйти. Вот, прибежал здесь еще двое человек. Вниз один. И все. Так, ладно, пока они там между собой там трутся, мы попробуем сюда перейти. Мы уже убили двоих. Хотя можно было в самом начале еще. Вот эту, когда вот ходит он сюда, по этой дороге. Он может сюда зайти. И здесь его уже шлепнуть. Ну, у меня это пока, ну, получалось, много раз получалось, но все эти попытки запоролись. Так, ладно, проводим дальше разведку. Вот тут есть две вышки. Еще здесь хрен знает сколько людей. Два босса. Вот один босс. Где-то еще один. Так, вот он идет. В теории сейчас он должен вот здесь тормознуть, поссать. Вот на дороге, вот здесь вот. Что даст нам еще один способ его убить. Кстати, а где он? Что-то я его потерял. Ну, один вот он, я его вижу. А, второй ушел уже. Вот он. Ну-ка. А внутри там ты что делаешь? Внутри ты просто смотришь внутрь палатки, я понял. Так, ну а где первый?
Обратно, что ли, ушел? Блин, вот так, вот, вот он, вот он, вот он. Так, ладно. Создаем копии. И сейчас делаем то, что я сейчас, ну, в этой операции пока даже не думал. А конкретно я хочу взять и обойти их. Что я раньше не делал никогда. Я такое никогда не делал. Попробовать базу обойти вот с этой стороны. И убить хотя бы этого. Вот что произошло, а? Что конкретно произошло? Почему я в голову ему попал? Ни хрена не получилось. Я попал ему в голову. Я в голову ему попал. Почему он не умер? Ну почему так такая игра рандомная, а? Я один час из-за этой херни маюсь. Окей, хорошо, попробуем с другого крыльца сразу зайти. Хотя этот самый легкий способ, который мы сейчас выполняли. Но все-таки. Так, не шевелись. Не шевелись, пожалуйста. Во, вот почему в прошлый раз не получилось. Так же в голову взял, выстрелил. Так же попробовал взять, выстрелить в голову. Ни хрена не получилось. Только расстроился. Так, разведка нужна. Я уже слышу, как они там панику развели. Блин, а задание на ликвидацию — это самые сложные миссии. Я целый уже больше, уже, и лично я уже час 8 минут уже пытаюсь это задание выполнить. Окей, идем дальше. Точнее, пробуем. Вот еще одного убил, молодцы. Все, отходим, отходим. Че, еще одну партию сделать? Ну-ка, а там что нам на изготовление длинного лука требуется? Глина требуется. Две штуки. Ну окей, скорее всего, эту самую глину можно найти. Это я еще понимаю.
Так, нам нужно как-то вот туда забраться. Так, наверх получается, да? Понял, понял. Нет, не понял. Еще выше получается. Нет, выше уже некуда. О, все получилось. Так, главное не упасть. Не, все, все, туда мы уже не лезем. Так, кстати, есть идея. Так, два туда. Будем отрабатывать их издалека. Не-не, крюка пока не надо. Отработай. Все, молодец. Так, давайте посмотрим, что дальше можно провернуть. Отработай. Теперь этого. Быстро, быстро, быстро. Все, уходи. Вот сколько уже убили. Вот так все задания нужно так делать. Разобрали чуть-чуть и все. Так, теперь давайте посмотрим что-нибудь еще. Где еще? Кто остался? Ты остался, да, получается? Алло, а где еще? Где еще клиенты? Здесь нету. Два босса здесь. Встали здесь. Встали друг друга прикрывать. Так, давай еще раз попробуем. Сможешь убрать, а?
сможет, может. Все, свободен. Но осталось только большие. Большие остались только. Так, 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 так. Осталось только двое. Эти самые двое самые проблемные. Копье их не возьмет. Это самые проблемные. Пошли. Пошли самые проблемные. Тихо. Кто? Блин, лучше беги. Медведушка, два быстро. Ой, блин, убеги. Убеги быстро. Он не очень много здоровья, оказывается, сносит. Понял, 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 понял. Ой! Браво, браво, браво. Ну ладно, окей, я до такого результата я пока никогда не доходил. Да, блин, самая сложная миссия, которую я только видел. Сложнее пока нету. Так, ладно, попробуем сейчас этим же методом отработать. Вызываем разведку в первую очередь. Смотрим, кто где находится. Блин, и как их должен, я должен убить? Я этих кое-как без засвета пытаюсь. Но они даже шрам большого медведя даже могут убить за два удара. Это вообще сложные враги. Так, все окей, хорошо. Вызываем. Тихо, нас не замечай. Так, уходи. Ну, одного мы убрали, окей, хорошо.
Так, вызываем обратно. Забери ее. Следующий. И следующий. Все, уходи. Еще одну партию мы убрали. Ох, как много паники у них там развелось уже. Да, два удара всего лишь и все. И проблема получилась. Да, покормлю тебя. На, молодец. Сейчас продолжим. Следующий. Следующий. Все, уходи. На. Пока все идет хорошо. Сколько осталось-то? Так, теперь этого последнего осталось. Осталось последнего. Вот и все. Теперь остались только вы. Вопрос, ну как с вами там поступить? Тигр с вами не справится. Это я точно знаю. Ну и осталось два босса. Их нужно убрать по-тихому. Окей, ну и как это сделать? Провернуть ей. Вот самый легкий момент остался. Самый легкий момент. Почти. Один находится здесь. А второй где? Второй здесь. Так, я сюда пошел. Так, молодец, красава. Не красава. Блин. О, не, нормально, все нормально. Все, один готов.
Теперь остался только последний. Последнего нужно убить. Ну и как ты там будешь ходить? Где ты сейчас? А? Ау, где ты? Так, вот она. Так, желательно лучше отойти отсюда вот. Потому что если он сюда зайдет, то нас там то нам больно будет. Так, все, он обратно пошел. Он пошел обратно. Так, быстро работаем. Все, задание выполнено. Спустя полтора часа видео 27 минут. Но я выполнил это задание. Я выполнил, ура, наконец-то. Все, молодцы. И мы скоро пойдем сюда вот. Четыре навыка требуется. Ладно, все. Мы закончили это задание и пойдем туда. Кое-как выполнили. Полтора часа с ним бились. Первый час я не покажу, потому что там мы только эту... Кроме как это задание выполнять, мы ничего там не делали. Всякая рандомная чушь происходила. Только не то, что требуется. Так, там что-то туда нужно. Там дорога будет. Врагов вообще хрен предскажешь. Что и куда они пойдут. Ну, блин, вот зверей использовать, это самая-самая лучшая идея. Самое легкое. Ты где? Здравствуйте. Слушай, муж, отойдешь, а? Нет, не отойдет. Хотел задание за взятие. Тигр помешал. Не, по стелсу проходить это задание, это вообще вот это просто геморрой будет. Это просто никому не нужное дело будет. Сложнее задания там не будет. Так, ладно, нужно выйти вот сюда, вот на эту дорогу. И по дороге уже пройтись. Так.
Там будет последнее задание, как я понимаю. И все. Дерево сбора. Понятно, хорошо, спасибо. Так, крюка тут я нигде не вижу, да? Не будет его. Нет, есть, есть, можно обойти это. Обойти можно. Так, теперь что? А вот теперь крюка нету. Теперь я крюка не, уже не вижу. А, вот она что. Сразу не приметил, да, и незаметно его. Костер. А это пещера какая-то. Ну ладно, окей. Собирательством мы заниматься не будем. Туда лезти. У нас задачи только и только. Аванпосты, задания и все. Собирательством уже мы не занимаемся. Так, а где задание было? Оно где-то вот здесь было. Где мое задание? Я правильно иду? Да не на, если чего. Неправильно. Нам по дороге нужно идти. А дорога, вот она. Точнее, то, что от нее осталось. Во, вот оно, задание. Сложность высокая. Сожгите в лагерь врагов. Так, ладно, нам теперь сюда нужно. Так, козлы простые. Да? Обнаглели люди. Люди обнаглели. Так, здорово. Понял, сейчас выносливость пополню. И пойдем. Да, я в курсе. Можно, конечно, ночью попробовать, но ночью, я думаю, что особо не получится. Хотя давай попробуем ночью спать до заката, принять. Да, давайте. Блин, пещеры нужно идти, да? В пещерах вообще плохо задание выполнять. Тесно, особо для места для маневра нету. Было, если она была бы на улице где-нибудь, легче было бы. Ну тогда сложно будет.
Ну, попробуй. Больно будет. Ой-ой-ой. Слушай, а что нам нужно, чтобы я могу больше, мог больше копий носить? Пещерный лев требуется. Понял. Иди нахуй. Все, пошли. Все, иди оттуда. Первую часть задания ты выполнил. В смысле? Ты не охренела, а? Это я думаю, что ты охренел чуть-чуть. Так, просто бежи, просто беги нахрен, просто не тормози, и все будет хорошо. Так, на открытую местность выбегай. Просто бежи, беги на открытую местность. Но первую партию я уже разобрал. Ты не охренел, а? Я тебя стукнуть не могу. Ой, это бежит. Хиротеня. Так, просто уходи. Просто, я как понимаю, тут бегать. Так, все, понял, понял, понял. Блин, а выносливости все меньше и меньше. Так, вот она, здрасте. А кроме тебя тут никого нету, да? Или есть? Ой, ты бежишь еще. Так, мое копье дашь? Я спасибо скажу. Все, спасибо. Так, сюда иди. О, а что я сразу так не делал, а? Копьями его бросать. Вон как все быстро получилось. Я думаю, как его быстро убивать? А ну вот он, копии. Копия можно бросать. Ну ладно, окей, я не знал. Я думал, что... Да хренище копия придется тратить. А
А нет, оказывается. Копии всего лишь требуется два. Стараться целиться в голову, и все будет хорошо. Все, уходим. Будете знать. Мяско есть? Или что-нибудь полезное? Так. Помощь нужна. Вдруг еще вылезет, хрен знает сколько, на выходе. А то у меня все, выносливости нету. А, все уже, да? Выполнено. Ну ладно, окей, давай тогда домой иди. Все, здесь выполнили задание это. Зато не выполнили. Так, так. Все, побежали быстро на это. Этот регион мы полностью зачистили. Полностью, полностью, еще раз полностью. Так, крендели. Не, я думал, будет посложнее. Ну, блин, ну, не-не, мы там зверь этого, саблезуба. Вообще только в начале использовали бы. Мы больше там бегали и это. Разбегались и били. Сам противник был легким. Так, где-то тут воют. Мне вой не нравится, нужна помощь. Да. И все еще интересует, что это за знак такой, который разбить нельзя и взять нельзя и вообще ничего нельзя. Но что-то хотели вякнуть, а? Волки. Я как понимаю, вы вообще ничего не хотели. Все, отдыхаем до рассвета. Так, ладно. Здесь мы все закончили, окей. Пещерный носорог, вот его вот интересует. Так.
сколько у нас тут северный? Так, северный черный камень у нас 3 штуки, окей. А глина у нас, северная глина, все с одна. Так, ладно, попробуем вот что сделать. Попробуем дойти вот туда вот. Попробуем поохотиться на носорога. Носороги находятся там, точнее як, да? Як или носорог? Нет, это носорог, нам як нужен. Нам нужен як. Мамонт, мамонт, вожак, лось, медведь. Нам нужен як. Вот он як. Так. Нам нужно зимнюю одежду улучшить. Но, как я помню, ее можно улучшить. Ну, согласно комментариям, ее можно улучшить, если я построю, улучшу хижину для коруша. Нам нужна северная глина и северный черный камень. Ни того, ни другого у нас нету. Так, стоп, а где можно найти эти вещи? Нам нужна глина и северный камень. Так, мешок. На севере Уруса. На севере. А ты? Уже у воды. А здесь что-то получается. Недостаточно выносливости. Не, нам в теории як нужен. Так что давай отдыхаем до рассвета. Пополняем тут. Ага. Редкий як нам нужен, видите. Нам нужен нередкий як. Бы добавляли бы эти шкуры в тайник бы. Вообще все было прекрасно. Сказали бы ему, что ищите яка. Не нужно. И все. Так нет. Самому приходится. У нас есть шкура? Нет, я уже вижу, что нет. Шкура редкого какого белого яка. Ага, нам нужен белый як. Нам нужен белый як. Шестьсот метров туда нужно идти. Так, ты у нас кто такой? Что нужно тебе? Ну здорово, говори. Понял, разберемся. Далеко отсюда?
не сразу так сразу не поймешь. 400 метров еще бежать нужно. 400 метров. Спасибо за информацию. Интересно. Спасибо за информацию. Вы мне прям тайну игры открыли. Так, где? Понял. Спасение. На, все, кушай, пожалуйста. Ну и где-то здесь як должен быть. Спасибо за слонецы. Че, у меня слонец, как... Слонец... Ну, тут нет. Слонец... Не хватало, короче. Нам нужен белый ях. А, найти бы его еще. Так, ну белого среди них нету. Черный ягуар бегает. Да. Война племен, убийство. Побежали. Ты пока давай домой иди. Там проверь, там что-то дома. Нам тут белого яка, нам нужен строго белый як требуется по инструкции. Понял, задание легкое. Легкое задание должно быть. Но туда нужно. Так, разведка, пожалуйста. Ну вот мы добрались. Отработай, мне ленчика. Следующий.
Блин. Молодец. Ну, отрабатывай, отрабатывай их. Так, все, уходи. Ты последний, что ли, остался? Так. Слушай, медведушка, ты... Вон, беги быстро. Просто не хочу, чтобы меня заметили. Все? Тихо. Так, где еще находится? И у нас какое задание? Обыски на трупов. А, нам труп нужно обыскать. Сейчас обыщем. Так, а вот он таки. Я думаю, что за хрень-то? Почему задание-то не выполняется? Она вот она, что, все, иди домой. Так, что еще можно сделать? Кострище ревущего водопада. Окей. Тоже задание легкое. Особо сложного ничего нету. В смысле, а почему? Почему я не могу призвать-то? Если могу. Да чего так кто там говорил то, что это? Лети нормально, что ты тут летаешь кое-как. Так, окей. Где еще? Понял, сейчас раз заберусь туда и устрою тут там всем бойню. Там вроде больше троих нету, да? Если я не ошибся.
А, смотрите, тут они сразу пишут. К примеру, здесь за скрытность мы ничего не получаем. Просто немного опыта, прирост населения и быстрое перемещение. Здесь они специально говорят, что больше опыта за скрытность. Окей. Вот здесь вот. Тут не будет. Тут просто быстрое перемещение. Больше опыта за скрытность тут не будет. То есть можно просто взять, забраться и толпой убить. Подмогу призвал. Смысл нормально. А я думаю, полегче будет. Ай, нет, полегче тебе хрен сказали. Легче мы тебе не сделаем. Будет столько сложно. Так, ладно, еще раз пробуем. Время у нас, конечно, вышло, но все-таки. Как хорошо я их отработал. Сразу можно. Ау, я зацепился. О, нормально все. Полезли. Так, сразу убиваем этого. Чтобы потом он нам подмогу не вызвал. Первый готов. Все, прощайте. Сейчас разжгу. Не бойтесь. Подожгу. И зажгу. Шесть и 16. То есть еще 2 до половины еще, да? Мы даже половину не сделали. Так, ладно. Здесь мы все сделали. Плюс 3 новых жителя. Хорошо. Так, что еще требуется? Блин, шкуру редкого яка я не знаю, где найти.
Они могут, здесь могут еще быть. Ну, окей, давай посмотрим, сходим, проверим. Может, он там будет, вот здесь вот. Или все, закончим на этом. Ладно, окей, давайте тогда на этом закончим. В следующий я сейчас без паузы сразу продолжим туда бежать. И там уже продолжим. Все. С вами был Виктор. Всем пока.